Инцидент произошел недалеко от базы патрульных катеров Росгвардии. Около 7 часов вечера старший мичман Семен Никифоров и мичман Андрей Липай услышали крики о помощи. Были буквально вот здесь, им мешало подняться на берег волна. Как она мне рассказывает, я говорю, бабушка сразу подскользнулась, упала на живот, и все, ее потащило сразу в воду. И вот точно так же я соскользнула, упала, и меня как будто волной, знаете, вот прям подкинула меня вверх. Я уже все руки опустила, и я думала, мне бы ее вот выбросить бы оттуда, как-то помочь сейчас, но что я ее пыталась ее взять и вытащить сюда, а сама-то не умею же плавать. Андрей кинулся в воду сразу. Через минуту подоспел его сослуживец Семен Никифоров. Вдвоем они помогли выбраться из воды и женщине, и девочке. Утром группа водолазов Росгвардии при обследовании дна подняла утопленные личные вещи спасенных: кошелек, мобильный телефон и документы. Все это передали отдыхающей.